Hey, yo, guys, с вами Шимики, и мы продолжаем проходить игру под названием Far Cry 3. В смысле, я подгорел? Огонь же почти не горит. Тебе нечем заняться? А, есть. Мне нужно скушать ягодки. Ведь мы договаривались насчет этого. Скушаем ягодки и идем дальше по квесту. Может быть. Так, давайте нет, сначала сделай вот как. Здесь у меня доступно только две херовые миссии. Здесь у меня зона красная, значит, она еще вражеская. Три аванпоста. Вот это главный, походу, аванпост, потому что он аж сияет таким пурпурным. Захватим аванпосты. Доберемся сюда. Врата храма. Блин, я даже не знаю. Ой. Точно, реликвии нужно пособирать будет. Значит, после того, как мы здесь закончим, мы отправимся сюда за реликвией. Пойдем к птичке. Как раз нам нужна эта птичка. Заберем почту у нее и пойдем за этой реликвией. Дальше тпхнемся куда-то. А, попробуем. Не бери именно красную, бери другого цвета ягодки. Или это вообще таблетки? У пулемета высокая скорострельность и вместительность магазина, но их долго перезаряжать, и они не очень убойные прицели. Ну, зончик. Оказалось, это корова, наступившая на чертову мину. Колби, тогда где был? Это мы фишка, он утек самоволку по бабам. Девушка была такой живой, что он нахрен отрубился. Пиврут. Война, чувак, есть о чем подумать. О том, как накурился. Я же байки травлю. Мне нужно этого хиппи спасти, желтуху. И все. Эй, ты за пивом? Возьми мне пиво. Ну сейчас, еще чего. Бери, детка, дай ему денег. Хочешь пиво? Ладно, я отдам деньги. Да, дай мне денег. Ладно, ладно, кто хочет денег? У меня полно бабок. Вот, держи. Кому еще бабок? Бабки! Не надо, милый, иди, 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 иди. Давайте посмотрим. Ну, короче, клуб для встреч. Здорово. Я думал, я застрял. Вечеринки. Оу. Привет. А ну, а если к тебе пойду? Вы что, сестрички-близняшки? Ладно. Чел, мне нужно выпить. Жопу пива! Что пьют в Бангкоке? Майтай! Забудь! Давай вдарим по самбуке! 5, 6, 7! Проблемы с подружкой? Она тебе сказала? Знаешь, Джейсон, Лиза ведь классная. Вот и стопки! Вот это! Прям здесь то, о чем я говорю. Эй, брат, хорошая идея! Держи, держи. Держи. А почему он сказал 7? А, за моего младшего братца Райли и его пилотские удостоверения. Где? Где? Да! На же 6. Он носит. Мою кредитку. Где его носит? Это имеется в виду, я понял. Пистолет предназначен для стрельбы на больших расстояниях. Также ими можно и пользоваться для отстрела. Да, походу нас сильно накрыло. Ебучая муха. Бесит аж. Я их ловлю, этих мух, потом беру и бошки взрываю. Потому что они мешают. Ну, либо выпущу на улицу. Но она все равно залетит обратно. Поймуха. Нихера, это где вообще казал? А. Плохой эффект, короче, у ягодок, я так понял. Все? Больше я ягодки юзать не могу. Кажись, так и оно и есть. Ладно, тогда идемте отсюда. Идемте тогда отсюда.
Огнемет. Это оружие, обладающее огромным разрушительной силой. С его помощью можно поджечь целый участок местности. Нас уже гранатой взорвали, которая все подожгла к херам. А вы мне говорите за какую-то входящая Дениса. Алло, Джейсон, я не мог до тебя дозвониться. Ты как? Я попался в Асу. Мы с Лизой спаслись, но остальные все еще у него. Я не... Так, давай сначала, прежде чем... Или за это сходить. Ладно, в море пойдем. Там в море никого, по сути, не должно быть. Спасти. Нужна сила, чтобы победить Васа. Я не могу тебе ее дать. Но есть та, кто может. Цитра, ты готов? В смысле, откуда... Какого хера у меня пистолет? Иди к ней. Кто она? Цитра, лидер нашего народа. Она проведет тебя к центру. Вы шо, охерели? Да, давай. Нахер мне пистолет, вы что, гоните? Сука, и почему? Мне нужен моя снайперка. Снайпусечка. Моя пусечка, пусечка, ебучая муха, иди. Брось. Все. И во что я вляпался? Дерьмо ты вляпался, чел. Надеюсь, я ответил на твой вопрос. Ой, точно. Урон от приземления нужно же прокачать. Ладно. Так, давай калашников. Он меньше места занимает на экране. Так, подожди. У меня же еще этот есть. Очко навыка. А, навыки. Так, ну здесь у нас в основном прицеливание. Акула. У меня вообще 5 очков! Нихера себе! А мне нечего открывать, потому что у меня все закрыто из-за... Нужно больше выполнить миссий. Вы гоните? Ну ладно, пошлите. Соберу реликвии эти. Может, я даже все смогу открыть. Для снайперов? Ну то гонки. В гонках я не хочу участвовать. Выглядит, будто умеешь стрелять. А ты что, сомневаешься во мне, я не понял. Двигай. И не, все, я передумал. До свидания. На такую именно игру я не соглашался. Так, фотик. Главное, чтобы здесь... По сути, здесь акул не должно быть, я так думаю. Так. Подыши воздухом. Сука, если на меня сейчас акула нападет, это ж пиздец. Фу, блядь, я понял, это акула. Где? Джейсон, не умирай, пожалуйста. Иди нахуй. Где она? Ага, нашел. Драться я под водой не могу. Так, стопэ. Сразу в следующую едем. Мы хотели пойти за почтой, да? Ладно, сделаем так. Все равно по пути. Да ведь? По пути? Ну... Да, по пути. Окей. Скорее всего, вот так. А само место где у меня? В логове. А мы туда и хотели, помните, пойти. Так, хилку я сейчас создам себе. Мне нужна зеленая трава. А, не буду маяться вот этой херней.
и ходить туда-сюда за вещами. Так, здесь у нас рысь была, я помню. Ну, так как мы захватили, уже вражеских здесь нету. Наверху, да? Джейсон, как ты не устаешь так бегать? Только не скатывайся. Нет, 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 Джейсон, нет, 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 дружище, нет. Окей, хорошо. Будет по-твоему. Так, тихо. Залазь. Цапля, деньги. Так. Путеводитель. Реликвии. Реликвии. Акула у нас первая. Акула — символ силы и мужества. Она королева океана. Реликвия посвящена акуле. Можно найти под водой. Это все под водой, ё-моё. Цапля. Ракьят считает цаплю символом терпения и долгожительства. Вы должны парить как цапля для того, чтобы найти реликвии, посвященные этой птице. Ладно. Допустим. Почта. Так. Почта у нас в той стороне. Туда только... А, там недалеко, ладно. Если что, аптечку заюзаю. Не коцайся. Ой, там две рыси. Нахер надо, побежали. Джейсон. Так, ну пока что как-то тихо. Ну это свои. Свои не трогают. Так, можно вот эти взять листву, пособирать. Все равно у меня много места. В центре. Это тоже разруха. Так, цицарки. Это ж мясо цицарок, да, этих? Да-да-да-да-да. Так. Почему это был звук? Точно цицарки. По мне это собаки динго. Если это собаки динго, для меня это еще лучше. Блять, это собака. Зря патроны потратил. Мне нужны были динго для... Кажется... А, не, у меня все оружки открыты. Я уже не помню, зачем мне была динго нужна. А вы не помните, зачем мне нужна была динго? Шкура. И много шкуры. Там 8 штук, кажется, даже. На 2 улучшения. Так, кто свои? Очень они рядом. Вот. Ой, она дикая. Я думал, это хищник оказался. Я сейчас прочту, что за животное. Сейчас, если это мне пойдет, я убью ее. Две. Так, одна.
Казура, Казура. Тихо, 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 я понял. Сейчас тебя тоже грохну. Вас еще двое? Раз. Два. Все, больше их нету. Фух. И у меня времени нету, прикиньте. Ну ладно, тогда немножко улучшим реликвии. Ну, вещички. Пособираю сейчас травы на будущее. Так, автомат взять. И как мне в бункер спуститься? Опа, все нашел. Потерянное письмо. 500 аж. Ого, 500 это много. Путеводитель. Так. Дикая живность. Казуар. Казуар это редкая нелетающая птица, как когда-то местные жители использовали их в натуральных обмене. Это самое глупое предложение, которое я когда-нибудь слышал. Так, по реликвиям. Письма пропавших. Письмо Рена. Мой брат Ита. Случилась ужасная вещь. Майор Мортри сошел с ума и начал стрелять по своим. Я не знаю, что случилось, но он поспорил с рядовым Тадау, потом убил его и из пистолета и стал стрелять по нам. Мы не знали, что делать. Нас учили убивать врагов, но он нас... Блять. Но он был нашим командиром. Мы его убили. У меня загноилась нога и поднялась температура. Нас осталось очень мало. Тяжело думаю об этом. Мне жарко. Я даю свое письмо рядовому Исао и Кей. Они молоды и сообразительны. И донесут до тебя мои слова. Желаю тебе счастья. Мне жаль, что мы не ссорились. Мне жаль, что мы не ссорились в детстве. Я бы хотел быть лучшим братом, Рен. Что мы ссорились. Окей. Опа, предметы, 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 предметы. Создать, создать. Раз. Огненные стрелы. Эта стрела за... Ух ты ж, ё-моё. У нас есть, оказывается, теперь улучшение для стрел. Колчан. Казура. Вот, бумажник мне можно улучшить. Изготовить. Две акулы надо. Фух, ладно. Тап. О, знаете, что мы сейчас можем сделать? И сразу акулу добыть. Но это я читал. Так, это я читал тоже. Все. Я могу сейчас акулы добыть. Ну, блин, возьму катер тогда. Или так добраться. Пошли нахуй. Блин. Может еще прикончить сразу? Давай, давай, водичку, водичку, водичку. Все? Все? Все. Так, главное без приключений тут доплыть. А что это такое? Точно камень? Так, акула. Я вижу акулку. Нет.
Так, как бы мне ее сюда ко мне привезти? Акулку эту. Акулка. Акулка. Блин, пустить кровь тоже не могу себе. Чтобы акулу привлечь. Опа, тихо. Я знаю, что я сделаю. Так, стопы. С каким меньше шприцы? Создание предметов. Боевой это херь. Для охоты мне надо. Ай-яй-яй-яй. Позволяет вам наносить повреждения. Это не то. Так, вон акула, я вижу, плавает. Только я не знаю, как мне ее грохнуть. Все? Кажись, пошла на дно. Да, чтоб сейчас из-за моей вот этой оплошности я не умер. Фу, это чайки. Сорян, а где акула? Я акулу убивал. Ешь ты, я не добил. Ладно. Так. Ёбаный в рот, тихо. Просто не оборачивайся, Шемики, просто плыви, не оборачивайся. Блять, плыви, плыви, не оборачивайся, не оборачивайся. Сука, сзади. Тупая тварь. Тупая тварь. Тупая тварь. Тупая. Ты что, бессмертная? Что за дерьмо? Эй! Они. Поплыла ко дну. Все? Жесть, все. Так. Да, все. Фу, ладно. Что нам надо? Нам нужна одна акула. Нам нужно понять, куда мне идти. Цитра обещала. Тап. Мне нужно сюда, да? Можно попытаться сходить. А, в храме я уже был. Ай, поплыть сюда. Да. Короче, давайте поплывем туда, заберем предмет, закончим на эту серию. В следующей серии я по... Даже нет. Или да. Не знаю, сейчас придумаем. Что тогда придумаем? Сначала все это продаем. 4 куска у меня, нихера себе. Я могу денег собирать. Так, купить. Мне нужны карты. У меня осталось как раз 2 карты. Даже одна. Купить. Все, окей. О, для дробовика, нихера. Это у меня на мне сейчас это, да, экипировано. Давайте вот этот возьму. Расширю магазин, улучшу его. Голографический или калиматорный?
калимку взять. Так, купить. Ночной прицел. Этот возьму. Давайте черный. Окей, экипировать. Все. Подожди. 1887. Это классический дробовик с рычажным затвором, не меняющийся со времени Дикого Запада. Он столько раз появлялся в фильмах и видеоиграх, что и не стоило удивляться встретить его здесь, на острове. Пару лет назад люди Васса ухитрились раздобыть партию таких дробовиков. Конечно, если и более современные модели, но их нельзя перезаряжать таким же эффективным движением. Неужели я буду стрелять и вот так его закруживать? А ну-ка. А нет. Ладно. Не то, конечно, что я думал. Ну... Ой, там мы туда и быстро доберемся даже. Так, подождите. Чтобы я уже сюда не прибегал потом. А, ладно, все, я понял. Идите нахер. Поехали. О, тупая акула, иди сюда. Все? Грохнул? Грохнул. Изи минус акула. Это нормально, нормально. Это что сейчас было? Ладно. Садись. Надеюсь, ты не застряла. О, хорошо. Давай, 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 поехали, поехали, поехали на остров. Походу, если как поменялось. Очень плохо погода поменялась. Так, первым делом создать создание. Медицинский шприц изготовить. Готово. Так, бумажник из акулы изготовить. Большой бумажник, но мне нужно убийство однорогого буйвола. Дождь. А как мне охотиться на этих именно редких животных? А я вот это немножко сейчас не пойму. Ладно. У нас охота идет за реликвиями. Да, будем, короче, наверное... Блин, а если, допустим, захочу потом в этот сыграть? Ну там... Assassin's Creed. Я ж флаги не буду эти все собирать. По 100 штук за... И сколько их там? 1000 флагов. Птичий насет. Птичий насет. Эта колокольня первоначально строилась как часть огромного собора. Но после начала строительства собором начались... Часть скалы обрушилась, увлекая за собой все строения. Это не удивительно. Строительство занималось ребята из Монреала. Монреаля. Говорят, мы собираемся поставить на границе с ними большой забор, и мне эта идея по душе. Типа, здесь должен быть монастырь, но он весь рухнул, да? То есть он там внизу весь? О, катерок. Так, а что у нас то за остров? Блин. А, это с храмом. Так, вон еще есть. У нас как раз 30 секунд есть. Можно фастом это сделать, все. Блин, я не знаю, вот... Будут ли интересны именно такого жанра серии, где мы просто с вами ходим, добываем всякую эту херь. Ради чего? Ради того, чтобы получить очко навыка, который я даже не смогу улучшить. Ничего.
Так, давайте на... Тихо, не-не-не. Сначала я сделаю так. И нажму сохранить. Да. Сохраняется, пусть. И поплыли. Главное, чтобы сейчас на меня акула не напала. Ой, думаю, сейчас накаркаю. Хера себе. Ладно, все в порядке. Блять, я понял. Не задыхайся, чел, не задыхайся. Сука. Пошел на нахуй. Нахуй. Нахуй, 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 нахуй. Где она? Варенье, иди ко дну. Зараза. Тихо-тихо, это уже тоже, блядь, на меня рычит. Пошел нахуй, нахуй, идите. Да не задыхайся ты хотя бы. Еще одна акула прилетела. Возьми фотоаппарат. Заразы. О, утро? Окей. Так, давайте я сразу их ёбну, потому что мне эти твари не нравятся. Так, АВП. На нахуй, пидарасина. На нахуй. Жри, говно. Ладно. Давайте попытаемся. Еще раз. А, не-не-не-не-не, тихо-тихо. Мне нужно аж шприц заюзать. Не плывут они ко мне? Нет. Короче. Шприц мне нужно заюзать по-быстрому. А, рюкзак. Создание предметов, то есть. Шприцы дыхание под водой. Черт, 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 черт. Ладно. Давайте тогда на риск. Так, сохранить. Я могу здесь просто сохраниться, да и все. Да, хочу сохранить. Нам главное взять реликвию. Она находится у нас в самом низу корабля. На дне корабля. Тихо. Наверх. Главное, чтобы на меня эти твари не напали втихаря. Так, вниз, поехали, давай, 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 давай. Где? Все, давай, давай, наружу, 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 не задыхайся. Тихо, тихо, все хорошо. Реликвия у нас. Бык. Так, вижу акула, все, до свидос. До свидос. Все, все. Фух. Все, идемте на сушу. Так, ладно, возьму растение. А, это... Всё, у меня отобразилось бы на... Ладно, давайте, короче, здесь сохранимся. В следующий раз мы отправимся с вами уже на миссию. И захватим 2 или 3 аванпоста. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.